Мне нужно многое рассказать тебе о прошлом, о твоем прошлом. Твой отец был провидцем. И что он предвидел? Что короли нуждаются в своих подданных. Опасная мысль. Восстань и восставай снова, пока львами не станут агнцы. Мой отец отдал за это жизнь. А что это значит? Значит, никогда не сдаваться. Король не торгуется за верность, которая и без того долг его подданных. Именем короля Иоанна платите или сгорите! Сколько же зла придется исправлять в стране короля Иоанна. Я молю о чуде. Мы должны что-то делать. Мы простые лучники, Робин. Законы нашей страны превращают людей в рабов короля. Короля, который ничего не дает взамен. Робин Лонгстрайд, также известный под именем Робин Гуд. За подстрекательство к смуте! Пусть охотятся на него! До конца его дней! Все, кто его укрывает, будут казнены публично! Дайте гвоздь! Вы можете здесь остаться, но я сплю с кинжалом. И если вы хотя бы шевельнетесь, желая ко мне прикоснуться, я отсеку то, что делает вас мужчиной. Спасибо за предупреждение. Робин, твой отец был великим человеком. И ты достойный сын своего отца. Столько людей, сколько потребуется. Готов ли ты стать тем, кем велит судьба? Да. Просим ничего, кроме воли. Законной свободы. Робин Гуд. Восстань и восставай снова. Пока львами не станут агнцы. На старт, полная мощность, командуй. Давай. Сдвиньтесь плотнее. Господи, каждое утро, это уже смешно. Ничего страшного, улыбаемся. Нашу жизнь определяют случайные события, и в большей степени те, которых не ждешь. Я открою. Полиция штата, ваша жена арестована по обвинению в убийстве. Мама! Лора! Лора! Забудьте, что Лора ваша жена. Здесь все доказательства. Я вижу доказательства, но она невиновна. Неважно, во что мы верим, Лору не выпустят. Мы когда-нибудь еще поцелуемся? Конечно. Моя жена пыталась покончить с собой. Пропустите, 2 минуты, умоляю. Я не смогу ждать 20 лет. Обещаю, этого не будет. Фильм обладателя премии «Оскар» Пола Хаггиса. Что вы хотите знать, как вам единственному удалось сбежать? Нет на свете тюрем с идеальной защитой. План должен быть подготовлен заранее. Спросите себя, сможете ли убить охранника, оставить ребенка на заправке? Чтобы все получилось, ответ должен быть однозначный. А если не сможете, лучше не начинайте, зря погубите чью-то жизнь. Куда здесь патроны засовывать? Этой осенью. Нужны паспорта. Не будет ничего опасней. Ты слишком помешан на этой идее, поэтому облажаешься. Человека. Я вернусь через минуту, идет? Да, пап. Который может потерять все. Зачем ты это устроил? Потому что у нас нет выбора. Беги, беги! Через 15 минут они отрежут центр города. Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу. Через 35 копы будут дежурить на каждом выезде на шоссе. Остановите этот поезд! Элизабет Бэнкс. А если не удастся вырваться, не сдавайтесь, потому что пристрелят на месте. Лора! В ближайшие 3 дня. В ноябре. В кинотеатрах.
Дешевле было бы позволить мне их ограбить. В стране беззакония. Как думаешь, куда они направились? Скорее всего, в Бисби. В стране бессердечных людей. Руки вверх. 22 ограбления, убытков свыше 400 тысяч долларов. Вы заметили, что он умолчал о том, скольких я убил? Мы хотим, чтобы Бена Уэйда повесили. И мы готовы за это заплатить. Я готов. Кодекс жизни. Ну что, парни, куда путь держим? На станцию. Послезавтра посадим тебя на поезд на Юму. Мог бы и промолчать. Спокойно, друг. Если вдруг потеряемся, буду знать, где вас искать. Становится кодексом смерти. Он убийца, Дэниел. Мой долг, как порядочного человека, передать его правосудию. От режиссера и продюсера переступить черту. Я хочу с вами. Обойдешься. Что ты здесь делаешь, Дэн? Разве тебе не надо защищать семью? Не делай вид, будто меня знаешь, Вейд. Мы не друзья. Я запретил тебе ехать. А я поехал. Немедленно возвращайся. Парнишка не тебя защищает, он за мной едет. Еще одно слово, я тебя лично прирежу. Вот таким ты мне нравишься. Ты уверен, что твои парни придут? Они без него растеряны, как шайка собак без хозяина. Куда его везут? Я не знаю, выпустите меня! Придут, как страшный суд. Смотрите осенью. Они уже близко, я видел. Теперь там не меньше 30-40 стрелков. Босс, ты там? Извини, но я сегодня умирать не намерен. Остался только ты, Дэн, и твой парнишка. Сожжем весь город! Рассел Кроу, отзови их. С какой стати? Потому что ты не злодей. Ошибаешься. Кристиан Бэйл, просто запомни, что твой отец повел Бена Уэйда к станции, когда все остальные струсили. Поезд на Юму. То, с чем мы имеем дело, потенциально мировая война. Не допустить которую можно только кропотливым усердием. Наш якобы неискушенный враг понял, что мы очень легкая мишень. И наш мир разрушить намного проще, чем вам кажется. Штаб-квартира ЦРУ. Эд Хоффман, глава подразделения, но он не владеет информацией, пока не украдет ее у оперативника, типа меня. Правило дня. Машина останавливается, начинаешь стрелять. Никакого обмена. Все умирают. Как обычно? Ты понял. Мы защитим вас. Вы себя защитить не можете. Есть картинка. Выступаем. Увеличить. Привет, дружище. Повесь трубку. Ты на линии? А? Слушай, ты привлекаешь внимание. Я сам с этим справлюсь. Эд, сейчас 6 утра. Спасаю цивилизацию, милая. От Ридли Скотта, режиссера «Гангстера» и «Черного ястреба». Ты работаешь с парнем по имени Хани Салон. У меня одно правило, друг. Не ври. Все, что тебе нужно, верить мне. А как, черт возьми, я должен вести операцию, если ты ведешь другую? Опс. Что, мать твою, еще ты от меня скрываешь? Как ты знаешь, идет война так. Наши враги переговоров вести не хотят. Смертоносные атаки на Амстердам, Лондон и другие европейские города. Сейчас я должен доверять всем, кому могу. Я не смогу отвечать за твою безопасность. Знаю, что работаешь на агентство. Ты провален. Если я засвечен, ты должен был прислать команду. Ты послал команду? Не суть. Хани хотел убить меня. Какие у тебя шансы сыграть на обе стороны? Я сделал то, что должен был. Слишком ты энергичен. Леонардо Ди Каприо. К чему клонишь? Рассел Кроу. Я пас. Уходишь от меня. Понимаешь, что это значит? И что это значит? Там крайне опасный мир, приятель. Совокупность лжи. Точно. В кинотеатрах с 20 ноября. А это что такое?
Что бы там ни находилось, 2000 лет оно было надежно спрятано под землей. Это не гробница, а тюрьма. Ник! Согласно иероглифам, Аманет предстояло взойти на престол. Но жажда власти привела будущую царицу Египта на темную сторону. Дабы защитить мир, ее погребли навеки. Из-за вашего вторжения мумия пробудилась. Ты жив, потому что избран. Избран? Но кем? Злом, мистер Мортон. Абсолютным злом. Дочь фараона обладала сверхъестественной силой. Чтобы вернуть ее, она использует тебя. О, боже. Аманет не остановится. Пока не сделает этот мир своим. Дженни, не сдавайся. Я боюсь. Мы выберемся. Не бросай меня. Тебе не убежать. Нет, Дженни! И не скрыться. Подчинись ей. «Мумия». Смотрите в кинотеатрах с 8 июня. Кто журналист, то поможет, тому кофе бесплатно. Я слышал, убили молодую женщину. Кто тебе сказал? Ты только что. Соня Бейкер, ценный сотрудник моей команды, умерла сегодня утром. Конгрессмен Коллинз, он ведь твой старый друг, верно? У хорошего журналиста нет друзей, только источники. Ну ты как? У Коллинза якобы был роман с погибшей девушкой. Я хочу знать о ней все, что сможем нарыть. У нас есть 8 часов. У них 56 камер. Во всей системе всего 3 мертвые зоны, и Соню Бейкер убили в одной из них. Слушай, Кайл, положи на место. Расслабься, ты ничего не видела. Мы что, нарушили закон? Нет, мы хорошо сделали свою работу. Гильзы с места убийства отследить не удалось. Явно работали профи. Кто мог желать Соне смерти? Мы считаем, что к этому делу имеет отношение некой компании, деятельность которой расследует конгрессмен Коллинз. У нее был доступ ко всем материалам. Полагаю, за это ее и убили. Да это настоящий заговор. Подумай о своей безопасности. Мое имя не должны связывать с этим делом. Ты хоть представляешь, кому ты перешел дорогу? Миллиарды долларов, чертова прорва денег! Все кончено, Кейл. Я больше не могу тебя выгораживать. Можно идти по любой ниточке, и у этой истории не будет конца. Это тебе не история, это убийство. И теперь на твоих руках кровь. Ты что, думаешь, тебе дадут это опубликовать? Я доверял тебе. Пресса тебя обольет такой грязью, если захочет. На помощь! И как, по-твоему, это воспримут? В этом деле все повязаны так, что дальше некуда. Большая игра. Прославленный генерал, ставший рабом. Раб, ставший гладиатором. Гладиатор, бросивший вызов империи. Кто он? Сними шлем и назови свое имя. Меня зовут Гладиатор. Отец убитого сына.
муж убитой жены. Я отомщу за них. Сегодня на моих глазах раб стал могущественнее римского императора. Мне говорили, что ты великан. Я все равно буду болеть за тебя. Фильм Ридли Скотта. По моему сигналу. Покажите им ад. Разве я не милосерден? Слава о ваших деяниях будет жить вечно. Рассел Кроу. Гладиатор. Вот о чем он ее написал. Моя дочка гениальна. Он был обо мне. Отцы и дочери. Хороший роман. Мой лучший роман. Мы продадим его Даланчу. Роман «Отцы и дочери» получил все престижные литературные награды. Кэти? Настоящая Кейт Дэвис? Твой отец изменил мою жизнь. Умница! А то, что написано в книжке, все это правда? Простите, одну минуту. Судороги являются симптомом более серьезного расстройства. Если вы будете отказываться от терапии, ваше состояние ухудшится. Я должен растить дочь. Поэтому вам лучше согласиться. Я должен уехать. Я люблю тебя. Быстрее, пожалуйста. А что будет, если вы встретите того, кто вам понравится? Все это дело прошлое. Люси Картер не произнесла ни слова с похорон матери. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю тебе. Кэти! Я не знаю, как это делать. Все хорошо. Не все, кто тебя любит, тебя бросит. Ты лучшее, что со мной было. Кэти! Останусь с тобой. Жизнь бывает очень сложной. Папа! Нам никогда нельзя сдаваться. Все будет хорошо. Поклянись. Квентин Тарантино представляет. Для того, чтобы выковать оружие, нужны три составляющие. Правильное сырье. Температура 1500 градусов. И человек, жаждущий убивать. В нашей деревне есть все три. Авторы сценария Риза и Илай Рот. Власть будет оставаться ничьей, если ее не захватить соблазнением или насилием. Семь кланов. Все трепещут перед ними, а ты? Нет, гора золота. Правительственный взнос прибудет через несколько дней. Начинается битва. Джентльмены, воины, давайте узнаем, кто из вас останется стоять, а кто пойдет ниц. В атаку! Может, развлечемся перед работой? Вы и есть работа. А вот это развлечение. Их кунг-фу крепче русского мата.
Человек с железными кулаками. Ну давай. Зеленый. Знаешь, что такое сигнал вежливости, парень? Он звучит так, он легкий и дружелюбный. Мама наверняка так хотела сделать. Вовсе нет. Мам! У меня сейчас тяжелый период, простите. Принимайте извинения. Не отвечай. Тоже извинитесь и забудем об этом. Мне совершенно не за что извиняться. Поехали. Мэм, что-то случилось? Мужчина на той машине преследует меня. Он явно разозлился. Чувак, остынь и поезжай своей дорогой. Ты не представляешь, что такое плохой день. Что вы делаете? Но скоро узнаешь. Он украл мой телефон. Энди? Я на месте, жду тебя. Чей это телефон? Тут рядом твой друг. Послушай меня. Он не друг, ясно? Он псих, который охотится за мной. Я преподам тебе урок. Отдайте телефон. Сейчас же отдайте ему телефон! Это невозможно. Что вам нужно? Чтобы ты узнала, что такое плохой день. И научилась просить прощения. Ты понесешь наказание и познаешь жестокость. Ты уже начинаешь понимать. Мне все ясно. Покажи, на что способна. Иначе потеряешь все. Неистовый.